Спасибо моему каналу, ребята. Я уже минут 20 торчу здесь на своей личной аллее и записывал видео, не знаю, сомнительной внятности. Какое видео вот это будет, я точно предсказать не могу, потому что происходит определенного рода какая-то, ну, опять же, да, не знаю, это общее такое слово, магия. Ну, правда, какие-то видео я пересматриваю, пока я записываю, мне кажется, что, о, вообще зашибись, записал, пересматриваю как-то не то, а бывает пересматриваю и просто замечательно, при том, что особо ничего такого. Но давай еще разок скажу про, собственно, про свою жизнь, про то, что какой сейчас передо мной стоит выбор. А выбор такой, что не хочется вообще ничего делать. И, в принципе, можно еще на довольно-таки какой-то, на неопределенный срок лечь под одеяло. И вообще, в принципе, понимаешь, у меня вот сейчас такое какое-то желание есть вообще ничего не делать. Не так, как я живу последние годы. Я очень много всего делаю, у меня очень бурное творчество. А и это тоже не делать, вообще ничего не делать, понимаешь? То есть просто-напросто круглые сутки спать. Ну, я анализирую эти желания, пытаюсь понять, что за этим стоит. Мне интересно, к чему это может реально привести. К чему может реально привести, если ты будешь просто, допустим, целый год просто лежать? Ни к чему плохому это не приведет, если ты будешь просто лежать. Если ты будешь, допустим, пьянствовать, это может привести к плохому. Или там еще что-нибудь пожестче. Это может привести к плохому. А если просто лежать без веществ, абсолютно ничего плохого не будет. Абсолютно. Ничего плохого, мне кажется. Что касается веществ, то я лично для себя пришел к тому, что обходиться без них. Даже желательно без антибиотиков. Вот так. То есть из веществ, как по-прежнему, только кофе. Вот и все. Кофе. Кофе это, конечно, ну, во-первых, напиток на 100% полезный, что тоже просто удивительно. Это удивительная вещь, кофе. Кофе, он... Вот, понимаешь, это некий шедевр. Так же, как Half-Life 1. 100% польза и все. Желание, да. Желание ничего не делать. У меня нет желания пьянствовать. Я, кстати, никогда не пил. Я даже не пробовал спиртных напитков. Про это я уже много давал. Ну, кстати, не так много говорил. Про это надо будет еще. Надо будет еще разобрать. Я даже не пробовал, ребят. Даже чайные ложки. На Новый год никогда. Я даже шампанского не пил. Никогда. Я один раз как попробовал это самое. Чего-то такая лужа какая-то желтая, не знаю, это нормально. Я не помню, когда-то еще в детстве чайную ложку я пригубил, то ли это было шампанское, то ли пиво. Все, это один-единственный раз. Больше нет. Поэтому, да, я именно рассматриваю это как какую-то интуитивную вот эту блокировку. То есть это... Такая базовая интуитивная блокировка мне на всю мою жизнь, потому что я человек очень зависимый, склонный к зависимостям, со страшной силой, потом не знающий меры. Поэтому алкоголь мне противопоказан. Ну и, соответственно, поскольку я никогда не пил, то я не знаю, что это такое, и поэтому у меня нет желания запить там или что-то еще. А есть желание просто...
залечь, забиться под одеяло и ничего не видеть, не мыслить. Ну, там, может быть, книжки читать, вот. Я бы, знаешь, я бы залег на год сейчас бы книжки почитать, вот, вот. Я бы много спал в перерывах между сном. Это, кстати, хорошая практика, я тебе советую, что тебе вот кажется, что ой, сейчас я возьму книгу, мне станет еще тяжелее, ой, мне лень. Ничего подобного. Вот как, особенно такие книги, как «Робинзон Крузо» или «Дон Кихот», или как, ну вот это вообще целебные книги. Просто целебные. То есть книги просто целебные. А те книги, которые они классические, все вот эти великие романы, вот это, ребят, они просто неблаготворно действуют. Ты читаешь, и они тебя вытаскивают. Ну вот. Потом я бы вот так бы хотел. Я бы хотел лежать, обрубить все связи, ничего, не вести ни канал, не играть на скрипке, ничего. А столько с книгами. Вот так. Лежать, спать и читать. И больше ничего. Вот, если ты спросишь о моем желании, то вот оно такое. Ну, потому что я тебе уже неоднократно говорил, что вот эти мои идеи там быть ученым, я уже заранее знаю результат этих ученых исследований. Мне уже он сейчас, этот результат, ясен и понятен, понимаешь? Мне уже известен ответ. Просто-напросто становиться ученым, почему я хочу стать ученым? Но из-за атмосферы, то, что когда ты ученый, ты в окружении всяких измерительных приборов, у тебя голова сама, как измерительный прибор, работает. Ты там общаешься. Ну и самое главное, я думаю, это все то же самое тщеславие. Что вот, признают за мной какое-нибудь открытие. Но по сути это неинтересно. Мне сейчас ничего не интересно вообще. Но, видимо, тем не менее, все будет не по этому сценарию. Кстати говоря, вот, пожалуйста. Это вот что за грибочки? Я уже тут насобирал, так скажем, опять. Притащил домой, и это самое, мне сказали, что это ложное. Я насобирал, поэтому... Я, знаешь, по грибам я знаю твердо только вот подберезовик, подосиновик, белый гриб и лисичка. Вот, подберезовик, подосиновик, белый. И это вот те грибы, которые мы в Савкином поле собирали. То есть другие мы вообще тогда не собирали. Сейчас у меня родители, брат, собирают маслята. Собирают эти самые сыроежки. Но я в этом плохо разбираюсь. Во всяком случае. Так, ребята. Ну вот так. И самое главное, что, не знаю, в моем нынешнем настрое нет, конечно, ничего хорошего, потому что даже когда я представляю себя в этом в мраморном особняке и с Лексусом, припаркованным на своей территории в таком богатом коттеджном поселке закрытом, и это мне тоже неинтересно. То есть, когда неинтересно ничего. Вот так. Не знаю. Просто сообщаю тебе. Не знаю, может, сейчас еще немножко здесь поторчу. Да, подзадержался на своей личной аллее. Ладно, давай, жму руку.
Будем держаться курса.